Дорогой Новошахтинский театр, дорогие коллеги, я рада в этот великий день Победы, юбилейный год Победы, вместе с вами преклонить голову перед памятью тех, кто подарил нам мир на этой земле. Я хочу прочитать стихотворение Константина Симонова «Открытое письмо». Интересная история создания этого стихотворения. Вот как об этом пишет сам поэт. В конце августа 1943 года я был в 3-й армии генерала Горбатова. В одном из ее полков погиб командир батальона, старший лейтенант. Фамилию его я не помню. Сразу после его гибели ему пришло письмо от жены, видимо, молодой женщины. Содержание этого письма задело товарища погибшего, и они попросили меня составить текст открытого письма этой женщине, которую они собирались послать за своими подписями. И я написал стихотворение «Открытое письмо женщине из города Вычуги». Я употребил в этом стихотворении некоторые врезавшиеся мне в память слова из письма этой женщины. Я помнил тогда ее имя, отчество, фамилию, но не стал указывать их в стихотворении. Однако я все-таки указал, что это письмо женщине из города Вычуги, потому что хотел, чтобы она когда-нибудь прочла его и знала, какую оценку дали ее письму товарищи покойного мужа. Я не хотел называть ее имя, чтобы в нее люди не тыкали пальцем, но я хотел, чтобы она прочла и, может быть, устыдилась своего письма погибшему человеку. Итак, Константин Симонов. Открытое письмо женщине из города Вычуги. Я вас обязан известить, что не дошло до адресата письмо, что в ящик опустить. Не постыдились вы когда-то. Ваш муж не получал письма. Он не был ранен тоном пошлым, не вздрогнул, не сошел с ума, не проклял все, что было в прошлом. Когда он поднимал бойцов в атаку у руин вокзала, тупая грубость ваших слов его, по счастью, не терзала. Когда шагал он тяжело, зажав кровавой тряпкой рану, письмо от вас все шло и шло, еще, по счастью, было рано. Когда на камне он упал, и смерть оборвала дыхание, он все еще не получал, по счастью, вашего послания. Еще сообщаю вам о том, что, завернувши в плащ палатку, его мы в сквере городском похоронили после схватки. Стоит звезда из жести там, а рядом тополь для приметы. Впрочем, я забыл, что вам, наверное, безразлично это. Письмо нам утром принесли. Его за смертью адресата между собой мы вслух прочли. Уж вы простите нам, солдатам. Быть может, память коротка у вас. По общему желанию, от имени полка я вам напомню содержание. Вы написали, что уж год, как вы знакомы с новым мужем, а старый, если и придет вам будет, все равно не нужен, что вы не знаете беды, живете хорошо, и, кстати, теперь вам никакой нужды нет в лейтенантском аттестате, что писем он от вас не ждал и вас не утруждал бы снова, вот именно не утруждал, вы побольней искали слово. И все. И больше ничего. Мы перечли их терпеливо, все те слова, что для него в разлуке час в душе нашли вы. Не утруждай, муж, аттестат. Да где вы душу потеряли? Ведь он же был солдат. Солдат. Ведь мы за вас с ним умирали. Я не хочу судьёю быть,
Не все разлуку побеждают. Не все способны век любить, к несчастью в жизни все бывает. Ну хорошо, пусть не любим, пускай он больше вам не нужен. Пусть жить вы будете с другим, Бог с ним, с тем мужем или не мужем. Но ведь солдат не виноват в том, что он отпуска не знает, что третий год уже подряд вас защищает, утруждает. Что ж, написать вы не смогли, пусть горьких слов, но благородных. В своей душе их не нашли, так заняли бы где угодно. В отчизне нашей, к счастью, есть немало женских душ высоких. Они бы вам оказали честь, вам написали бы эти строки. Они бы за вас слова нашли, чтобы облегчить тоску чужую. От нас с поклоном до земли, поклон за душу их большую. Не вам, а женщинам другим, от нас, отторженных войною, о вас мы написать хотим. Пусть знают, вы тому виною, что их мужья на фронте тут, подчас в душе борясь с собой, с невольной тревогой ждут из дома писем перед боем. Мы ваше не к добру прочли. Теперь нас втайне горечь мучит. А вдруг не вы от нас смогли? Вдруг кто-нибудь еще получит? На суд далеких жен своих мы все придем. Вы клеветали на них. Вы усомниться в них нам на минуту повод дали. Пускай поставят вам вину, что душу птичью вы скрывали, что вы за женщину жену себя так долго выдавали. А бывший муж ваш, он убит. Все хорошо. Живите снова. Уж мертвый вас не оскорбит в письме давно ненужным словом. Живите, не боясь вины. Он не напишет, не ответит, и в город, возвратясь с войны, с другим вас под руку не встретит. Лишь заодно еще простить придется вам его за то, что, наверное, с месяц приносить еще вам будет письма, почта. Уж ничего не сделать тут, письмо медлительнее пули. К вам письма в сентябре придут, а он убит еще в июле. А вас там каждая строка. Вам это верно неприятно? Так я от имени полка беру его слова обратно. Примите же в конце от нас презрение наше на прощание, не уважающее вас, покойного, однополчания.